честно, я поспешил с советом искать новую работу. У меня есть план. Дай мне немного времени. Возможно, мы еще поизобретаем. Неудержимый вот так, Тавиус. Супер новость. Надеюсь, план сработает. Я помогу! Дверь! Быстрее! Прошу! Демоны берут, что хотят, не считаясь ни с кем и ни с чем. Вовремя ты успел. Демоны стали куда хуже Фиска. Держитесь, офицеры! Прибыла паучья кавалерия! Демоны не успокаиваются. Чего они хотят добиться? Парни что, светились? Они светились, да? Что это за хрень? Плохая карма, офицер. Очень плохая. Понял, босс. Утроим защиту. Демоны не пройдут. Внимание! Демоны хотят обчистить наши тайники. Два мы уже потеряли. Босс может и за решеткой, но мы все еще отвечаем за его игрушки. Проверка связи. Орел-2 тут? Орел-2 на связи. На посту. Какие тайники обчищают демоны? Нужно убрать людей Фиска и выяснить, что они охраняют. Так или иначе, это не должно достаться ни Фиску, ни демонам. Везде снайперы. Пожалуй, сперва займусь ими.
что-нибудь еще? Так много мусора. Красиво развешанная паутина отвлекла бы внимание. Мистер Пис, всегда на 5 ходов впереди. Сюда не суются даже крысы. А вы так ничего и не поняли. Оружие. Может, люк, а может и нет. Кто здесь? Снайпера есть охранник. Время разделять и властвовать. Томми! Клянусь, я за тебя отомщу. Андерсон, как обстановка? Прикройте. Андерсон! Черт! Кто-нибудь сходите, проверьте. Принято, проверю. Эй! Я видел тебя! Внимание! Вижу его! Все, Человек-паук! Я знаю, что ты... Доброй ночи! О, черт! Вон он! Открыть огонь! Ты знаешь, что посторонним нельзя являться сюда и вести свои расследования? Да, я знаю. Вот я и принес ордер. Так может, проведем законное расследование? Звучит здорово. Как вас зовут? Офицер Дэвис. Можно Джефф. Ну а ты? Я шучу. Мой сын твой фанат. Так, с ордером можно выбивать двери? Если заполню очень много бумажек. Ладно. Я найду другой способ. Судя по всему, нужно искать дыру в стене или разбитое окно. Проверь сзади. Я бы сам пошел, но Человек-паук же у нас ты. Будто в фильме ужасов. Ау! Есть тут у вас злой рыбак с крюком вместо руки? Ладно, и где запертая дверь? Джефф, ты тут? Я уже с трудом сдерживаю себя от шуточек. Признателен. Видишь щиток электропитания двери? Ага, есть! Устрой перегрузку, и дверь должна открыться. Умно. Но у меня нет ничего, что вырабатывает ток. Попробуй. Электрошокер, гениально! Я как раз искал такие конденсаторы для улучшения костюма.
Электропаутина рулит. Любишь технику? Ты как мой сын. В 5 лет он уже разбирал телевизоры. А сейчас взламывает телефоны друзьям. Похоже, у него есть чему поучиться. Так. Не вижу ничего незаконного. Я, пожалуй, разочарован. Не спеши. Давай обыщем тут все. Искать что-то особенное? Склад построили давным-давно. Он помнит времена сухого закона. Ага. Тогда спиртное хранили в тайниках. Вот здесь. Там что-то есть? Скрытая панель. Такая же, как на входе. От нее идут провода. Нужно найти электрощиток. Посмотрим, смогут ли мои линзы отыскать провода. Спасибо. Сам бы я ее не открыл. Вам спасибо. Сам бы я ее не нашел. И у нас тут ничего. Раз есть один тайник, может быть и второй. Заметил что-нибудь на полу? Ага. Они могут спрятать дверь, но не царапины от нее. Смотри, нет ли таких еще. Нужно снова все обыскать. В этот раз поищем царапины. Бинго! Царапина, а двери нет. Я не вижу, по крайней мере. Отлично, сейчас приду. Или не приду. Лифт застрял. Подождите, я затащу вас. Второй этаж. Ржавые детали, большие пищащие крысы. Осторожно, мост сломан. Я уже понял. Отлично! Акробатика на уровне. Не все мы жрем пончики. И то правда. Еще дверь в тайник. Я взломаю замок. Дай знать, когда найдешь электрощиток. Ага, займусь. Нашел! Готово! Вот молодец! Открылось? Нет! Эй, проверь-ка! Ничего. Мне начинает казаться, что Фиск так издевается надо мной. Взгляни на стены. Тут хранили оружие. Его бы не занесли сюда через переднюю дверь. Отсюда должен быть еще выход. Это стена. Здесь, похоже, проход в другую часть. Люди Фиска говорили о хранилище. Может, мы близко? Не сомневаюсь. Похоже, тут двойная схема. Поищи второй электрощиток. Нашел. Чисто. Вы были правы. Потайная дверь. Невероятно. Ты сможешь мне помочь? Тяжелая штука. Раз, два, три. И совсем не страшно. Наверное, старый туннель бутлегеров. И похоже, тут со времен Аль Капоне не прибирались. На пути большая куча бетона. Мне не пройти. Погляжу-ка я на это сверху.
Тут есть где развернуться. Подождите. Я застрял. Можешь помочь? Что это? Может, там метро? Поторопимся. Тут опасно. Ладно, это точно было не метро. Неа. Скорее, взрывчатка. Похоже на демонов. Хранилище! Быстрее! Вперед, быстрее! Черт, демоны уже смылись. Как они нас опередили? Тут наверняка есть другой выход. Поищи. Здесь просто оружейный склад. Был. Тут есть закрытая комната, куда они не влезли. Зачем взламывать что-то, когда можно просто откинуть сетку и забрать оружие? Бей и хватай. Они уходили в спешке. Не тронули то, что не убивает. Оставили дымовые гранаты, световые, электрошокеры. Тут пустые ящики. И похоже, они забрали те, что не смогли вскрыть. Они взорвали замки, чтобы войти! Чш, демоны! Будьте тут. Ну нет. Вдвоем у нас больше шансов. И еще с этим. Отъезжай. Вперед! Давай! Стоп! Вы арестованы! Глушите двигатели! Сандел Хаммен! В укрытие! Вот о чем я говорю! Просто вношу свой вклад. Берегись! Стреляю! Пригнись! Перезарядка! Просто выпендриваетесь! Оглушу его! Сзади! Я слегка впечатлен! Смотри дальше! Отойди, оглушу его! Прикрою! Спасибо, очень вовремя! Вы, как всегда, вовремя! Беру на себя! Видите? И у меня есть друзья! Эй, Джеб! Время для очередного трюка! Как у нас дела? Кажется, побеждаем! Стреляю! Пригнись! Оглушай его! Когда-нибудь упущу два грузовика стрелков, я выброшу свой костюм. Этих парней. Они убьют кого-нибудь, если их не остановить. Я постараюсь догнать тебя, но пока ты сам по себе. Держитесь, Джек, и не лезьте на рожон.
они так могут подстрелить прохожего? Подберусь ближе! Парни, для меня место есть? Пора на выход! Решила ходить по расписанию. Нам сообщают, что офицера зовут Джефферсон Дэвис. Он получил легкие ранения, и скоро его здоровье полностью поправится. Простите, мисс, а разве вам сюда можно? А тебе? После истории с аукционом меня перевели на городские новости, и я могу сосредоточиться на настоящих новостях, как это. И на демонах. Ты понимаешь, что чем ты ближе к ним, тем в большей опасности, да? Чем ближе я к ним, тем больше у нас будет шансов. У нас? Офицер Дэвис, Мэри Джейн Уотсон, Дейли Бьюгл. Я молчу. Я вас не виню. Но эти ребята свое расскажут с вами или без вас. И в скандалах они профи. А твоя цель? У меня ее нет. Я просто слушаю. Ладно. Садись. Она хороша. Как я устал. Пора домой и немного поспать. Да ладно. Эмпайр, отдел благоустройства, иди. Здрасте, да. Я пытаюсь найти кое-какие вещи, которые случайно забрали из мусорного бака у моей... Номер бака. Сейчас. Так, 64476. Маршрут 33. Грузовик уже уехал. Если вещей там нет, то все. Стойте, стойте. Это очень важно. Можете подсказать, где сейчас грузовик? Сейчас гляну. Так, должен быть в муниципальном гараже. Угол Бауэри и Грант. Понял. Спасибо, Эдди. Муниципальный гараж. Угол Бауэри и Грант. Не проблема. Я все что угодно готов отдать за свою паучью флешку. Это же просто! Найти маленькую флешку в 30-тонном мусоровозе! На этой флешке у меня годы работы! Все, что я сделал со времен школы!
Разумеется, заперто. А вдруг кто придет воровать мусор? Может, есть другой вход? Это ведь не считается взломом, если я ничего не сломал, да? Так, без паники. Может быть, они еще не выгрузили мусор. Нифига. Так, пора паниковать. Эмпайр, отдел благоустройства, Эдди. Извините, а этот грузовик может быть сейчас не в гараже? Может, наверное. Тогда где-то в западном Чайна-тауне. Отлично, тогда я туда. Кстати, я вспомнил. Перед выгрузкой ребята иногда заезжают в пиццерию. Да? Я проверю местные пиццерии. А куда они обычно заходят? В какую-то небольшую семейную. У Джерри? Нет, это на севере. Я про старую Джерри. А, да. Нет. Там вроде кто-то на Эл. У Ларри? Не, она на востоке. У Лео? У Лео. Стоп, кажется, это те машины. Спасибо, Эдди. Мусоровозы должны быть где-то здесь. Ух ты. Вот это. Нет, тут ее нет. Здесь должен быть еще один мусоровоз. Флешку не нашел, а новый аромат, да. Пока-пока, Человек-паук. Эдди, на вас вся надежда. Там тоже нет, да? Вы уверены, что они где-то здесь? Наверное, маршруты изменили из-за предстоящего митинга Осборна. Если твой пикап на 35-й, его как раз сжигают. В смысле в печь? У Манхэттенского моста. Поспешите. Мусоросжигатель. Надеюсь, я не опоздал. О-о, кажется, дело плохо. Ты как? Спасибо, нормально. Эта банда уже пару дней держит весь район в страхе. Думаю, впереди их еще больше. Я буду начеку. Слушай, ты не против, если я поищу личные вещи? Конечно. Мне надо составить отчет о происшествии. Там что-то есть. Уберу эти мешки в сторону. Кажется, здесь. Только будь тут, будь тут. Есть! Фу, надеюсь, не сломалось. Фу, кажется, все на месте. А это что? Мой старый прототип. Выглядит круто. И почему я его не закончил? Кажется, его можно доделать. Вот так. Смотри, парень решил, что он Человек-паук. О-о. Стреляй! Нет!
Откуда я не достану? Убей его! Так, вечер пошел немного не по плану. Где мне сегодня ночевать? Может, у МДЖ? Так, и как мне напроситься к МДЖ на ночевку? Что если... Привет, МДЖ, это Питер. Могу я у тебя Не, надо проще. МДЖ, я тут как раз гулял поблизости. Фальшиво. МДЖ, раз уж мы снова общаемся, я тут подумал... Так, нет, я не настолько жалок. И чего я так заморачиваюсь? Мы просто... Друзья, да? Друзья часто заваливаются друг к другу на ночь. Это совсем не странно. Посплю на диване. На диване, МДЖ. О чем я думаю? Уведомление. Ха. Похоже, статью МДЖ напечатали. Переночую где-нибудь еще. Она наверняка занята на работе. Был бы Гарри в городе, завалился бы к нему. Мне оставили голосовое сообщение, но номер скрыт. Привет, Паук. Давно не виделись. Соскучился? Приходи по адресу. Поймай, если сможешь. О-о, я узнал этот голос. Ничего себе! Ракеты! У них ракеты! Так, значит, война между демонами и Фиском набирает обороты. Знаю. Даже Шокер участвует в ней. Выполняет поручения для демонов. Эти ребята не шутят.
Может, они хотят заменить Фиска? Не хотелось бы. Надеюсь, они не затевают чего-то похуже. Нам пора в какой-нибудь отпуск. Они что-то очень уж напряжены. Пробовали? Надеюсь, больно. Хорошая развлекательная. Честный прием. Сам напросился. Откуда я не достану? Как тебе? Совет. Пока не научились как следует взламывать, не беритесь за взломы. Полеты на паутине ускоряют доставку пиццы. Получайте ее быстро и одним комочком. Машинам в секторе. Нам сообщили об ограблении. Проследуйте в Тендерлойн. Прием. Ограбление. Его больше нет. На улицах теперь тоже демократия. А, вы начали без меня.
чаще вспоминаю о тебе. Нам было хорошо вместе, правда? Может, вновь разжечь эту страсть? Черная кошка. Неужели она вышла на поиски добычи? Она же обещала начать новую жизнь. Что ей тут приглянулось? Что вызывает подозрение? Она хочет, чтобы я что-то нашел. Но что? Вот. Один из ее котов. Она встраивает в них усилители сигнала для перехвата радиочастот. Пусть Юрий заберет его. Фелиция слишком умна, чтобы так рисковать собой. Должна быть какая-то причина. Стоит быть начеку. Привет, Юрий! А костюм и снаряжение черной кошки все еще под замком, да? Наверное. А что, она вернулась? Похоже. Просто проверь и дай мне знать, на месте ли ее барахло. Хорошо. Ты что-то поздно, Мэй. Как дела? У нас же сегодня запланирован ужин. А, точно. Прости, я забыл. День был сложный. Нам закрыли финансирование. Питер, мне так жаль. А еще меня как бы выселили из квартиры. Что? А тебе есть где ночевать? Вообще-то нет. Совсем. Скажи, а у вас в приюте случайно мест нет? Конечно. Можешь занять диван у меня в кабинете. Спасибо, Мэй. Эти демоны просто беда.
Ужас, я не спал с самого задержания Фиска. Пора бы мне начать о себе заботиться. Вы все еще играете? Я долго был дальнобойщиком, пока не потерял машину. Ночью хорошо думается. Не каждому так везет по ночам. Мой бывший муж храпел. Думалось плохо. Рад, что у вас есть компания. Лучше, чем ничего. Немного. Пит? Я думала, ты уже спишь давно. Да уж. Если бы у меня были суперсилы, никакой борьбы с преступниками. Карьера телезвезды. Я бы пошел, Фред. Идеальное решение. О, ты меня напугал. Извините. Бездомных ветеранов все меньше, но все еще много. Хорошо, что мой приятель Флэш Томпсон помогает им. Откуда ты тут в такой час? Ну я... у меня в квартире небольшой бардак. С улицы, да? Надеюсь, у моей удобный диван. Да, мне нравились лошади. Но разве только мне? Я не могу их взять. Можешь и возьмешь. Я все отдам. Скоро. Учись просить о помощи. О, ты так похож на Бена. Спрячь эту паркеровскую гордость и признай, что ты тоже человек. Как и все мы. Мартин. Простите, что помешал. Просто хотел сказать, мне нужно уехать из города. Ты за главную. Ну, мне же не впервой. Долго тебя не будет? Я пока не знаю. Все в порядке? Одно личное дело, которое я давно задумал. Но позаботьтесь об этом месте. Оно представляет мою светлую сторону. Что ж, пожалуй, займусь делом. Надеюсь, мистер Ли здоров. Алло? Привет. Видел статью? Ага. Робби, наверное, в полном восторге. Да, они все говорят. И прикинь, мэр Осборн только что объявил, что сегодня днем вручит офицеру Дэвису награду. Ого. Постой. После этого пройдет митинг Осборн... А, мне все понятно. Ага, нам тоже. Но все равно я рада за офицера Дэвиса и его семью. Я буду там как репортер. Составишь компанию? Да, конечно. Увидимся. Как унизительно брать деньги Мэй. Надо бы отправиться в...
Брат, и попытаться заплатить вперед. Пора покушать. Говард, давно не виделись. Как дела у Пиджи? Грустит немного. Тоскует по братишкам. Для нас обоих это было как гром среди ясного неба. Владельцы здания решили отдать помещение под офисы, и нам пришлось переехать в Пир. Печально. Нью-йоркские арендодатели бывают бессердечны. Когда меня выселяли, всех моих птиц выпустили на волю. Вернулся только Пиджи. Я как мог пытался найти остальных, но моя нога, сам понимаешь. Знаешь что, я же здесь бываю. Может, мне поискать их? Вы это сделаете? О, спасибо. Если чего-нибудь добьетесь, позвоните мне. Эй, Джефф! Поздравляю с сегодняшней церемонией! Скорее бы это закончилось. Выступать на публике страшнее, чем грузовик полный демонов. Но я звоню не поэтому. А почему? Я узнал, что демоны планируют заявиться на стройку Фиска в центре города. Жена убьет меня, если я сорву... Consolidated Shipping. Джефф, я здесь. Что ты видишь? Найти всех и всех убить. Похоже, демоны входят на территорию Фиска. Точно справишься? Справлюсь. Баиньки. Включаем. Вы взяли, что хотели. Так зачем нас убивать? Территория теперь наша. Ни за что. Ugh!
Эй, Вилли! Ты? Классный комбез. Стройнит. Не лезь в мои дела. Стой! Демоны! Кто у них главный? Спаси моих людей, и может, я скажу. Спасать одних плохих парней от других плохих парней. Вот этого я не ожидал. Беги, я их задержу! Я никуда не пойду! А вы так ничего и не поняли. Ждите полицию! Не подходи! Я сказал, не подходи! Привлек их внимание. Лучше полетаю снаружи. Поищу людей Фиска. Надо быстро найти выживших.
Порядок? Да. Да, спасибо. Фиск, твои люди в безопасности. Говори, кто управляет демонами? Может, он там, а может и нет. Снова привет. Чтоб тебя! Это правда случилось? Да. Тут поступает сообщение о вертолете с чугунным шаром. Ага, ситуация с демонами усложнилась. Держись, Юрий, я иду. Да, я разберусь. Этот вертолет ломает год. Я знаю. Его надо посадить. Знаю. Может, наш супергерой поторопится? Он торопится, Юрий. Закончу, свяжусь. Надеюсь, я успею об этом пожалеть. В Нью-Йорк! Так это и есть ваш план? Заменить Фиска? Фиск, это только начало! Мне придется просить вас посадить вертолет, сэр! Надо вырубить двигатели вертолета! Минус один движок! Теперь второй. Нужен план. Срочно нужен план. Наверное, это план. Давай, Пит, ты сможешь! Ты сможешь, сможешь, сможешь! Пит, не подведи!
Маски? Просто чума. Где вы их берете? Мой старый! Класс, спасибо! А у них есть веб-сайт? Есть! Упс! Эй, Юрий! Я поймал негодяев, но... Что «но»? Лучше захвати с собой лестницу. Эй, Майлз! Фанат! О, черт, я опоздал. Ты идешь? Нет, мне пора в ратушу на папину церемонию. А, да. Передай ему привет. МДЖ, церемония уже началась? Нет, все еще готовится. А ты где? Застрял на работе. Скоро буду. Он удирает. Только посмотри, половина полицейских вышек снова работает. Когда за дело берется коп-паук, за любое дело, он всегда достигает постав... Нет, нет и нет. Нет. Шеф не подавала вида, но коп-паук уже начинал ей нравиться. Его пренебрежение правилами было как глоток свежего воздуха. Она это признает. Рано или поздно. Ладно. Привет, гоп. Кажется, я нашел одного из братишек Пиджи. Дымчатый сизый в крапинку, только что испачкал мне костюм. Кларенс! Он сущий дьяволенок, но очень милый. Погладь его по головке и укажи в направлении пир. Он найдет дорогу. Не вопрос. Если замечу еще кого, тоже поймаю.
Намечается потасовка! Класс! Еще сообщение от Дока. Питер, боюсь сглазить, но направление, в котором я работаю, может не только вернуть наш проект на рельсы, но и расширить его до степени, о которой мы не мечтали. Не все так плохо, как кажется, даже когда норм лишает нас денег. Надеюсь, все получится. Работа Дока слишком важна. Драками зарабатываете, в драках погибаете. Они хотели убить меня. Пора, паучок! Бейджик Оскорб, который мне дали на собеседовании. Обещали хорошо платить, но доктор Октавиус переманил меня оттуда. Что так не бодрит утром, как РПГ? Дай, пожалуйста! Попался! То, что надо. Трофей научной премии Фиска. Смотрите-ка. Если бы я вернул его, то вызвал бы подозрение, но денег его я брать не с...
Нью-Йорк шумный, но моя маска может выделить сдавленные звуки. Звуки, связанные с жертвой похищения. Спокойно, я рядом. Я думал, что мне пришел конец. Спасибо тебе. Это снова они. На помощь! Человек-паук, держись от меня подальше! Вот выход на сцену. Мы будем напротив. Похоже, там целая толпа народу. Ты справишься, милый. В последний раз я держал речь старшеклассникам. Мисс Стейнберг влепила мне тройку. Вот бы мисс Стейнберг была здесь сейчас. Пап, все получится. Ты же спас Человека-паука, что автоматически делает тебя супергероем. Супергероем? Нет, просто я тот, кто не сдается. Идем, милый. Добро пожаловать. Прежде чем передать слово мэру Осборну, я бы хотел кое-что сказать. Нью-Йорку очень повезло. Ну? Я думаю, война банд наконец закончилась. А теперь... Что? Совсем-совсем? Конечно, еще осталось несколько вопросов, но... Вопросов? Ну, там был один грузовик, принадлежит компании Consolidated Shipping. Что-то тут не так, но не знаю что. Хм. Может, выберемся потом на кофе? Попробуем выяснить. Да? Что ж, спасибо, Джим. Я бы не смог сказать лучше, но рискну. Мы все знаем, что офицер Дэвис является героем. Но вместо кофе мы могли бы поужинать. Я могу прийти и приготовить. Или же, знаешь, мы могли бы встретиться на нейтральной территории и поесть нормальную еду, сваренную поварами. За его... выдающуюся отвагу за сохранение жизни граждан я с радостью награждаю офицера Джефферсона Дэвиса медалью за мужество. Вам звонок, сэр. Я сейчас немного занят, Джим. Сэр, это срочно. Ладно. Мои поздравления. Спасибо, мистер мэр. Это честь для меня и моей семьи. Моей жены Рио и сына Майлза. Без их поддержки я бы ничего не достиг. Да? Я много лет работал ради этого. Кто это? В ближайшие дни твоя компания, твой город и все, что тебе дорого, будут уничтожены. Люди будут молить тебя о помощи, но ты не сможешь их спасти. Послушай, дебил, я получаю такие угрозы дважды на дню. Почему бы не стать смелее и не сказать, чего тебе? Чтобы ты страдал. Thank you.
Ты живой? Майлз! Майлз! Питер! Давай, Питер. Майлз! Майлз! Слава богу! Слышишь меня, малыш? Ты меня слышишь, Питер? Если слышишь, сожми мою руку. Жди здесь, а я пойду искать папу. Питер, Питер, очнись. Давай, скажи что-нибудь. Безумие! Надо как-то обойти. Точно все хорошо? Да, я буду в порядке. Все будет в порядке, все будет хорошо. Ладно, слушай, мне надо найти папу. Нет, Майлз, папа. Нет. Майлз, нет! Папа здесь. Я его найду. Майлз! Уходи! Пожалуйста! Папа жив, я знаю. Черт! Куда это ты? Держись в тени. Да как? Чего? Я могу попробовать обойти их по краю. Сюда. Надо как-то обойти этих парней. Мидл Джин, 接着走.
Мидлджин, где за зам? Пока не могу. Надо как-то обойти этих парней. Этих парней пока не могу. Так. Папа был там. Надо ему помочь. Я найду тебя. Папа, нет! Очнись, пап! Очнись! Мои соболезнования. Мы знакомы? Я Питер Паркер. Я был у ратуши, когда... Слушай, понимаю, ты меня не знаешь, но... Просто хотел сказать... Я знаю, каково тебе. Ты ведь это хотел сказать, да? Или...
со временем станет полегче. Или, знаешь, таков замысел Божий. А, прости, я просто пытался помочь. Ну да. Я прошу прощения. Не знаю, что мне делать с ним. Прости, Джефф. Я занята. Что такое? Вы уже ищете Мартина Ли? Нет, я уже говорила, нельзя преследовать кого-то по указке Человека-паука. Но он же тот, кто вам нужен! Достань мне доказательства и поговорим. Доказательства? Ну да. Привет, это я. Привет. Что ты хотел? Хотел сказать, что я облажался. И тот парень потерял отца. Слушай, я давно тебя знаю. И знаю, что тебе нужно отдохнуть. А что полиция? Они уже подбираются к Ли. Они его даже не ищут. Даже Юрий мне не верит. Значит, мы должны найти его. Я тут немного поискала. Доберись по этому адресу. Мартин Ли в прошлом году скупил акции Центра переработки отходов. Думаешь, он там и прячется? Возможно. Мы знаем, что он не в пир. Если его нет в Центре переработки отходов, может, ты найдешь там какую-нибудь зацепку. Ладно. Ты молодец, МЖ. Я дам знать, что найду. Да, вот еще что. Я поболтала с одним детективом о допросах арестованных демонов. По их словам, у Мартина Ли есть сила, цитирую, искажать людей. Искажать? Что это значит? Он пробуждает твою темную сторону, заставляет делать то, чего бы ты ни стал делать в обычном состоянии. Хм, звучит как-то чересчур. Сказал человек, который бегает по стенам.